Всем привет! Смотрите, чем я хочу с вами поделиться. Вот как сварить ровненько вот такие вот отрезки трубы. Ну здесь, понятное дело, этот край сейчас я подровняю весь. Вот эти вот все концы на трубах я их пообрезаю. Ну здесь только вот один, который пойдет в землю, я его обрезать не буду. Ну сделаю вот так вот примерно, чтобы это все было. Тут можно вот так вот прокрутить. И все, видите, прям становится огонь. А как сделать, чтобы у нас труба вот так вот не изгибалась? Все очень просто. Ну, берем уголок, желательно потолще. Вот она, видите, ложим его. И на него ложим трубу. И все. Ну, этот уголок у меня немножко изогнут. Надо взять поровнее. Прям невооруженным глазом видно, что он гнутый. И, а так вообще уголок ровный. Ну, это бушный, потому что он у меня. Вот. Сейчас я пойду ровный найду. Более ровный. Так вот, если присматриваешься, то видно его кривизна. Вот так вот он туда заваливается. Вот. Нет, поеду новый куплю. И снова уже ровненько заварю трубу. Потому что так она будет стоять, ее будет сразу видно, что она кривая. Такие вот дела, такие вот секреты. Сейчас просто я ее обровняю концы. Вот эти. А потом уже тогда на новом уголке я все ее сварю. Вот такой вот секрет. Ну вот я их вот так вот подровнял, все части. Насколько смог. Вот, ну, экономил место. Прям по краюшку шел. Это все подварится, заварится. Ничего этого видно не будет. Ну, теперь я их сейчас пронумерую, чтобы не забыть. 1, 2, 3, 4. Потом в таком же порядке на ровном уголке я их приварю. Подготовил вот здесь вот стыки. Вот видите, как получилось. Я, опять же, не вырезал там как-то на станке. Это вот положил на землю, просто обрезал болгаркой, как попало на глаз, и все. Да, оно получилось криво, но потом беру одну, держу, а вторую кручу. И вот так вот она сходится, даже когда криво, все равно она сходится. Видите сами, да? Вот так с двух сторон. Ну вот тут чуть больше, там чуть меньше, но это все проварится, заварится, ничего страшного. Вот, теперь все, оно у меня лежит. Можно приступать к сварке. Ну и вот такое вот у меня хозяйство получилось. Сейчас я это все дело подчищу. Вот с этим куском, правда, я скосячил. О, варил он у меня упал с уголка. Я его, по-моему, немножко неправильно подварил. Ну, да фиг с ним. Это забор. Не страшно, миллиметры. Сейчас я его сварю и посмотрим. Ну, как не сварю, а доделаю и посмотрим. Ну и вот получился у меня вот такой вот столб. Да я бы даже сказал, что он и ровный. Чё, я больно сильно слишком к нему придирался. Может быть. Да нет, ровный столб. Вот. Вот так вот все подчистилось, зачистилось. Все ровненько теперь здесь. Теперь это все дело. Ну, весь столб зашкурится, покрасится. И будет выглядеть так же, как и вон те вот дальние столбы. Не знаю, видно на видео, не видно. Вот. Сэкономил бюджет. Из металлолома сделал еще один столб. Вот. А столб этот сейчас стоит такого диаметра немалых денег. Что ж, всем удачи. Я, так сказать, поделился своим способом, своим методом. Если вы знаете способ проще, а может быть, по вашему мнению, лучше, оставляйте ссылку на видео, или может вы где-то там еще пишете. Вот. Или просто пишите, как это сделать. Для меня это будет интересно. Я
Если мне понравится ваш способ, я обязательно им воспользуюсь. А может быть и буду делать так, как вы посоветуете. Я только начинаю свою, так сказать, стройку. У меня впереди еще много-много всяких интересных задач стоит. Ладно, всем добра и всем пока.